какие же вкусные новогодние мандарины, ребята. Аромат мы какой прям... здесь. Ой, с удовольствием это все делаем, но и нам немножечко неловко, но такие мы беспринципные, что делать? У нас уже в гостях, потому что есть замечательный парень, да, настоящая звезда, уфимский художник Айнур Тимиргалиев, который известен во всем мире благодаря своим рисункам. Доброе утро. Здравствуйте. Айнур, полгода назад ты был у нас примерно в студии. Да. Что изменилось? Кому еще успел вручить? А, ну вот, мы видим. Микки Рурк. Рой Джонс. Рой Джонс младший, который, да, легендарный боксер. Это дочь Джефф Монсона. И есть еще одна звезда. Ова 40. Это 40 лет, нет. Это никнейм продюсера Дрейка. Вот буквально. Прям в бой Хабиба мне отправили фотографии. Вот с Джеффом я. Слушай, ну как тебе удалось до них дойти, доехать, вручить? То, что еще эмоциональный был бой Хабиба, и я болельщик, фанат Хабиба, да, и в этот момент еще скинули фотографию с Канады. Ну, это вау, это круто, да. Человек большой, сейчас на данный момент я жду еще двух мировых звезд, это 50 Cent и Дрейк. А, то есть ты пишешь их портреты и отправляешь им? Отправляю, да. Да, уже у тебя в копилке, в коллекции 10, сколько? 10 мировых звезд и больше 35, наверное, звезд российского шоу-бизнеса. Но мне кажется, есть невосполнимая потеря во всем этом. Там отсутствует... Наши портреты. Айнур, но ты не с пустыми руками пришел, да, сказал, не пустыми руками, да, я принес масло черного тмина. Если вы заметили, такое же масло есть. А мы отправили для Микки Рурка. В 7 утра, когда мне позвонили, мне сказали, что он уже добавил, он какие-то шейки пьет специальные. Вот, пару капель масел и два подарка вот для вас. Ой, спасибо большое. А, это нам? Это вам, ой, да. Ой, спасибо. А что за масло черного тмина? Это что-то ты сам, лечебное? Наверное, тоже пьешь, сам, да? Сам пью, я уже 5-й месяц пью. Параллельно от своей творческой деятельности я еще и параллельно боксирую, занимаюсь ничего боксом. Себе. Очень хорошо для легких. Для пищеварения и содержит огромное количество витаминов. Прям максимально советую. Скажи, пожалуйста, ну вот что движет тобой, когда ты выбираешь персонажа для своей работы? Скорее всего, сейчас уже на данный момент мотивация. И после последнего нашего эфира я запустил студию рисования. И могу сейчас смело сказать, что мы занимаемся благотворительными мастер-классами для детей с ограниченными возможностями. Ну вот у тебя с собой, да, сегодня, да, пригласительные? Да, это пригласительные, да? На мои уроки. Так, ждем отлично, всех. Друзья, в общем, звоните. Что нужно сделать? Просто позвонить 254-7008, друзья. И мы вручим вам вот эти, да, вот сертификаты. Ты лично даешь уроки? Да, да, да. Вы будете брать уроки у человека, картины и портреты которого красуются у 10, как минимум, мировых звезд и более 35 звезд российского шоу-бизнеса. Скажи, пожалуйста, вот есть ли среди этой плеяды портретов, ну вот, работа, которая тебе максимально подарила удовольствие? Ну, это, наверное, самый первый портрет 50 Cent. Да, я тоже, конечно. От которого начался мой самый основной старт. Хотел бы поблагодарить своего старшего брата, друга, моего самого близкого человека, который же проживает в Америке, в Нью-Йорке, Эрик Гамзаян. Вот, кстати, Ова 40. Вот, и за колоссальную поддержку в Штатах. Дай бог в этом году, нет, не в этом, на следующий год. В 2020-м уже я лично туда сам полечу и думаю, будет что-то новое. С набором портретов известных. Да, там не то чтобы даже портрет, там и картины будут творческие. Говорят, надо лететь в LA, то есть Лос-Анджелес, и там вот максимальная концентрация. Основная задача сейчас есть... Вы, кстати, угадали, в Лос-Анджелес, в Калифорнию. Мне сказали, у меня есть основная цель, это мировое... Господство, понятно. Ну да, да, да. Стать мировой известностью. Да, да, да. И все говорят, все пути ведут туда. Да, конечно, я думаю, что все получится. Ну смотри, у тебя среди тех фотографий, которые у нас на плазме, да, есть еще и известный Леонардо Ди Каприо. Значит ли это, что ты когда-нибудь с ним встретишься тоже? Одна из целей или один из вопросов, которые я сейчас решаю, это вопрос по поводу Тома Харди и с Леонардо. Ну, то, что я с ними либо встречусь, либо передам, это 100%.
переговоры уже идут, и, в принципе, вот-вот я сейчас жду номера их агентов, чтобы переговорить. А скажи, пожалуйста, вот то, что ты отправляешь в подарок им свои работы, ну вот с Джеффом мы видим, ты встретился лично. Уже второй раз. Второй раз уже, да? Есть ли, ну вот, у этого какая-то, скажем, материальная задача? То есть выкладывают ли они в Инстаграм твои работы, отдача отмечают идет, тебя, да, либо пишут спасибо, thank you, I know. Кто-то выкладывает, там большое количество мировых звезд они особо не выкладывают, потому что это уже более как коммерческие вопросы в плане рекламы. Ну, конечно, если у него пару миллионов тот же самый 50 Cent, он просто вырезает даже подписи. Ага. Элементарно просто подписи, пишет какой-то, ну, небольшой комментарий благодарности, что вот, да, получил картину, ну, и как-то так. Ну, к тебе после этого приходят люди, ну, например, Айнур, мы видели, что ваш портрет есть у 50 Cent, и мы хотим получить твою работу. Сейчас, на данный момент, по портретам я, ну, занимаюсь мало, рисую, точнее, мало. Я больше сейчас преподавание. Преподавание. Я сейчас обучаю людей. У нас очень хорошие, высокие показатели по обучению. Ну, я, наверное, дошел до той точки, до той профессии, которая мне вот прямо реально приносит удовольствие. То, что я могу людям дать не только свой талант там, в виде картин, а какого-то знания. Друзья, у нас есть несколько пригласительных на урок к Айнуру Тимиргалиеву, после которых, вполне вероятно, и ваши работы окажутся в коллекциях самых известных людей нашего мира. Звоните прямо сейчас, просто звоните, и мы будем, в общем-то, вам дарить посещение пробного урока. Вы будете получать удовольствие. Напомню, да, благотворительный мастер-класс у нас проходит раз в неделю. То есть можно в любом случае прийти, да? Да-да-да, по адресу Бакалинская, 64/2. Проводим абсолютно бесплатно для детей с ограниченными возможностями. Просто нужно написать мне, ну, связаться со мной в социальных сетях. Да, ну связаться очень просто. Инстаграм team.art, нижнее подчеркивание, студио. Да? И да. Все. Ну, кого рисуем дальше? Давай, так вот. А кто-нибудь из республики есть из нашей? Вот есть. Вот кто, давай сузим вопрос. Кто-нибудь из Дениса Ганиева есть? Ну, вот, просто в планах. Ну, пока что сейчас я хочу галерейную деятельность запустить, выставиться. Ой, слушай, тут интересно, да. Да, подготовить работу. У меня уже куча готовых эскизов для галерей. Выставиться либо в Облаках, либо в каких-нибудь других площадках. И... А скажи, а можешь ли ты вот сходу прийти и вот, ну, написать что-нибудь? Я объясню, почему я спрашиваю. 28 декабря вся Уфа и лично я ставим рекорд Гиннесса. Сутки в прямом эфире. И, может быть, если у тебя будет время, ты заглянешь на огонек, и мы как раз-таки с тобой будем говорить об искусстве. И что-нибудь нарисуем. И у меня появится портрет. Можно будет, да, не только портрет, а что-нибудь еще другое. Там, например, меня можно нарисовать. Да, да. И у меня появится портрет Юли, но тоже пока все логично. Хороший вариант, все. Ну, в общем, я тебя приглашаю, посмотри в своем плотном графике, это суббота-воскресенье, может быть, ты найдешь полчасика, и я думаю, нашим зрителям будет интересно в качестве мастер-класса. Это же может быть в качестве мастер-класса даже, да, то есть люди, которые... По фотореализму, да, конечно. Все, отлично, договорились. Тогда не прощаемся, 28 декабря увидимся. Айнур Тимиргалиев у нас в гостях. Спасибо тебе большое. Ждем тебя вновь в нашей студии. Утро в столице продолжается. Юлия Магуйна пытается все-таки получить свой портрет, а я пытаюсь получить свой, а Юля уже ест мандарин. Все, идем дальше, друзья, просыпайтесь.